Райс, привет. Чё ты как там? Да ничего, таксую сегодня. Уволился. Всё на пенсию пошел. Да, там бардак начался, пи***ц. Тебя нет. Не имеет права. А когда придешь, давай быстрее назад домой. Хватит уже пи***ц заниматься. Чё, на передовую-то были уже? Короче, ни туда, ни сюда, да. Я не знаю, что тянут резину. Вот армия ебучая. Чего они творят, Москва эта поганая? И как вот воевать с таким вооружением, сука, уроды поганые, блядь? Офицерьё ебучее, это Москва, это депутаты, блядь. А, все старьё сгоняет, короче, в утилизацию, блядь. Моряевский аккуратнее, береги себя. Но брат мой двоюродный добровольцем там. А он в разведку снайпер штурмовиком. Тоже тут только звонил, говорит... Послали разведку боем, Ротку туда отправили, сказали, что если что, артиллерия поддержит, подмогу подойдет. 20 человек или вывалились оттуда, где-то в Александровке какая-то там есть. А они офицерьё за линией там вообще, на реке, на командует. Позванивай, что кого, я что же переживаю, и Алёнка переживает за тебя. Держись там. Ну, ребята тут порассказывали, дурдом там, пиздец, нахуй. Такой, блядь, политикой хуй войну выиграть. Блядь, я вооружение старое, все, блядь. И все, сука, такие снаряды, под телевизор смотришь, там, ебаный в рот, что ты? Ну, и пирог, да хуя там, да? Где наши хваленые-то, блядь, бомбы, блядь, 500-е, 1500-е, ебали по поселку, и все, нахуй, несли пи***ы, нахуй. Кому надо местным, те давно уже ушли, нахуй, оттуда. Надо расхачивать все там, а потом уже ребят пускать, блядь, а не так, что в лопыки. Ясно. И позванивать.